родилась в 76-м году. Первая дочка. В магазинах было буквально все. Жили тогда отлично. Цены были. Но у меня была двухкомнатная квартира на 50 лет. Платили мы там копейки. Вообще копейки. Я не помню. Я за четырехкомнатную раньше платила 24 рубля. За четырех. Это в 83-м году было. А в 76-м там вообще. Телефон 2 рубля. Не, полтора даже. Вот так. А было весело, демонстрации были, как-то люди были не такие. Вообще, ну, в общем, мне нравилось, когда жили в Союзе. Правда. Это служба в армии. Меня в 75-м осенью призвали. Это очень холодная зима. Страшно холодная зима. Я служил на Кольском полуострове. Вот. Вроде и дома, и рядом, и хочется домой. А домой тяжело, а с увольнениями было сложно. У нас фактически не было увольнения. Как раз в учебной части служил. В общем-то, достаточно тяжелая зима. И, конечно, это 25-й съезд, который мы в армии штудировали от и до на политзанятиях. Но и негативная ситуация, это действительно 76-й год, это зимние и летние олимпиады, которые прошли мимо. В общем-то, их не посмотреть не удалось, не поболеть за наши команды. Хотя на зимней олимпиаде мы выступили очень успешно в том году. И еще у меня это первенство северо-западного военного округа по баскетболу, в котором мне удалось попринимать участие в Архангельске. Ну, в общем-то, такой достаточно положительный год, несмотря что служба в армии – это не сахар. Но, тем не менее, у меня вот от 76-го года хорошие воспоминания.